Я натренировался просто в приветствии, теперь с первого раза получилось. Все мы знаем, что по правилам STEM на сцене должны быть не более 3 человек. Так что, Артём Юрьевич, будьте любезны. В смысле, за сцену? Вообще-то я ведущий, я имею право, ребят, здесь находиться. О, значит, ты нам и поможешь. Чего? Вот тебе листок, считай. Что читать-то? Вот это. Где-то в Армении учится русский парень по программе IFS. И у него сейчас по расписанию урок армянского балета. Красавчик! Теперь пойдем со мной. Куда? Мария Ивановна Чан, здравствуйте! Вот новенький, который по обмену звать Артём Джан. Так, а почему вас так мало? Мария Ивановна, вот Иванян, Иванянан заболел. Сагателян заболел. Шуга... Шурыгина на дне рождения. Сагателян тоже. Что тоже? На дне рождения. Фух, я думал, заболел, не дай бог. Ладно, вы идите пока переодевайтесь, а я пока важным делом займусь, родинки на своем селе посчитаю. Давай, давай. Какие родинки? Чего переодеваетесь-то? Не переживай, не комплексуй, Паша, не комплексуй! Я это случай не буду одевать, это позор! И что, я вообще-то батю позвал сюда? Он своих друзей позвал, сказал, что самый лучший ковенщик смешной. Я сейчас вам в этом выйду. Вот это будет позор на весь Калинский рынок. У вас осталось всего 15 родинок, давайте уже побыстрее. Да идем уже. Я, ты что, прикалываешься? Да пошли ты, не комплексу говорю. Скажи спасибо, то что ласин не досталось тебе. Спасибо. Пожалуйста. Так, вы переодевались 55 родинков. Это, конечно, неплохо, но мировой рекорд это 50. Ну, для начала сойдет, не знаю, нормально. Так, давайте сразу же перейдем к практике. Артём, покажите, как нужно тянуть носок. Ну, нет, но я в армии служил, я знаю, вот. Плохо вы служили, Артём, очень плохо. Давид, покажите, как надо. Легко. Браво, браво, Давид, вы сегодня просто зажигаете, я не знаю. Итак, теперь давайте перейдем в первую позицию. Давид. Вы снова просто великолепный. Я не знаю, как у вас так получается. Артём, фу-фу-фу. Больше так не делись. Я вас умоляю. Это вообще... На это смотреть невозможно. Итак, я не знаю. Давайте, что ли... Давид, подойди, пожалуйста. Я хотел вопрос. Ладно, учитель. Так. Давай я тебе, короче, 200 рублей даю, да? Да, да. Ты идёшь, спели ананас покупаешь, да? Шампанское. Сдачу себя ставь. Хорошо. Артём? Чего? Вот мы и остались вдвоём. Знаешь, Артём, ты настолько жаркий, что вещи у моих соседей благодаря тебе сохнут. Да? Мне интересно, просто откуда у вас такая информация? Я у вас дома-то ни разу не был. Намёк понят. После игры жду себя. Вообще-то у меня девушка есть. Знаете, Артём, после этого стема у вас не то, что девушки не будет, у вас больше друзей не останется. Мария Ивановна Чан, вот я украл, короче, шампанское, ананас и 90 рублей. А остальные где, я не понял. Как где? За ноги. Я что, пешком по-вашему ходил, что ли? А, ну ладно, ладно. Ты вот это лучше сейчас подержи, да? Хорошо. Молодец, молодец. Мария Ивановна, это моя шапочка, что ли? Ой, давно искал, смотри, мне идет. Идет? Очень идет, супер. Отлично. Что бы мы хотели сказать в конце? Мы хотим поблагодарить нашего ведущего спелым ананасом, великолепным шампанским, ну и спасибо вам, Артём. Ну а деньги как-нибудь в следующий раз я там все-таки... С вами была команда КВН «Радуга-Дуга» и великолепный ведущий Артём Синяковян-Джан. Спасибо за внимание.